Йоу, друзья, с вами снова я, Марк Лего Бой. Сегодня я, значит, специально открыл вот эту коробку из этих всех, чтобы достать ганшип. Второй, который у меня, точнее, ну, первый. Всего теперь у меня получается два. Здесь вот наборы, которые я еще летом запечатывал. Здесь их много. Всем, кому интересно, заходите пораньше, смотрите. И вот этот ганшип, который мне нужен. Он вот, слон из Чимы. Вот этот ганшип, отлично. Все, так, опа. Все, по-моему, к нему все, от него все. Только две белые, да. Крылья здесь и вот эти штуки, по-моему, вроде как все. И там все это внутри. Здесь это не то, не то, не то. Летите. И здесь, короче, много наборов. Ну, естественно, очень много их и здесь. Так, пока это все. Сейчас переходим к следующей части. Йоу, вот как выглядят два ганшипа. Ну, в принципе, как они выглядят, чё, как они могли выглядеть. Просто, когда их больше, чем один, смотрится, согласитесь, гораздо лучше. Не знаю, очень круто смотрится. Здесь вот есть один пилот, но у меня еще есть один пилот, как раз его сюда и посажу. Давайте я, кстати, вот достану и посмотрим. Вот, да, у меня есть два пилота из второго эпизода и из Войны клонов. Ну и не знаю, в принципе, можно вот этих посадить на вперед, а этих назад тоже сейчас давайте посажу. Ну вот как выглядит. Думаю, все равно классно смотрится, мне кажется. Также и здесь, согласитесь, пишите в комментариях. Я думаю, два ганшипа выглядят очень круто. Еще бы не хватало сюда и третьего. Может быть, из каких-то предыдущих годов. Тоже было бы классно. Да, 2009, по-моему. Или 2005, или... Я, честно, точно не знаю. Но всего выпускалось, как я понял, три таких больших ганшипа. Три модификации. И да, кстати, вот тут здесь у меня еще есть ракетки. Это которые сейчас здесь было. Ну, тут нету, которые я с гаража привез. Сюда надо тоже будет еще довести. Доделать, точнее, ракетки. Давайте я поставлю наверх, посмотрим, как они там смотрятся. Итак, вот как выглядят они вместе на полке, очень круто. Ну и в принципе все, что тут еще рассказывать, я думаю, классно. Далее я тут нашел чутка роботов, еще дроидов точнее. Всем им дал по бластеру обычному, среднему. Это для моей постройки Набу. Еще, естественно, у меня еще есть дроиды из вот этих наборов. Сейчас этот пустой. Вот набор, он еще, я его не разбирал. И также этот. Он тоже еще запечатанный. Здесь 8 дроидов и здесь 1 дроид. Это еще плюс 9 дроидов. Возможно, я еще возьму какие-то. Ну, и на, например, новый набор 2015 года зимы. Там тоже такой переводчик дроидов с планеты Набу, и там их будет больше гораздо, чем вот в том, который я вам сейчас показывал, наборе. Ну и вообще, будет много новых наборов в 2015 году летом по Набу, и поэтому я буду делать постройку эту летом, чтобы прикупить побольше наборов и, естественно, ну, построить такое что-нибудь годное. И давайте перейдем к следующей части. Здесь достроил, ну не достроил, что дерево, просто хотел что-то добавить внизу. Получилось так, но я еще, естественно, добавлю, например, вот эту дырку уберу. И вот здесь вот, чтобы оно, так оно как бы смотрится нормально. Но если смотреть снизу, так не очень, согласитесь. Но будет круто, потому что я добавлю сюда листвы вот в этот левел. И также здесь тоже добавлю коричневые детали, типа ствол такой толстый. Ну и также здесь, потому что здесь тоже, ну, просто так не очень смотрится оно круто. Ну все, обязательно добавлю. Ну и пока это, в принципе, все, что я хотел вам рассказать за сегодня. Кстати, еще я переместил сюда слив, как вы знаете, и поставил сюда всех своих мандалорианцев, кроме двух Боба Фетта. Один сидит здесь, и еще один у меня остался в гараже, он в маленьком слейве. Ну а здесь у меня вот все мандалорианцы. Как я понял, это Шей Визла. Вот она. Ну я пока такой свой торс из
Old Republic сделал, и также ноги тоже, одна половинка из Old Republic, а вторая, вот эта, левая, она из, сейчас, из набора по Ниндзяго. Ну, так, и юбочку дал, ну, чисто так делать, просто нефиг было. Также сделал такое оружие, типа пулемет, которое так на двух спонтом ножках становится и стреляет. Ну, я, естественно, докуплю и потом ранец реактивный. И также еще юбочку куплю нормальную, и торс, и ноги, да, весь комплект остался купить, и лицо, и волосы, и будет вообще прям шикарно. И да, тоже я тут собираю мандалорианцев, потому что мне нравится очень эта раса, тоже кому может не жалко, жду ваших посылок. Ну, пока это все, с вами был я, Марк Легобой, всем большое спасибо за просмотр, завтра я начну делать... данную постройку уже конкретно займусь, сделаю нормально, уже начну делать задания, и будет еще один влог. Всем большое спасибо за просмотр, пока!